Готово. На-на-на-нам. Друзья, просто шикарно. Очень вкусно. Всем привет, дорогие зрители, канал Turkish People. Меня зовут Юсуф. Друзья, я сам турок, я сам повар. Я вам приготовлю хорошую тюркийскую блюдо, горячую блюдо и выпечка. И, конечно, хобби меня сладости. Я вам показываю, так видео снимаю, тюркийский блюдо от Юсуфа для вас, друзья. Дети, надо ланч отдавать что-то, друзья. Конечно, домашнее очень-очень вкусно. Постоянно на улицу купить нельзя, я не советую. Я вам сегодня буду показывать мини-пицца, друзья, для вашего ребенка. Удивить просто домашний мини-пицца, друзья. Будет очень вкусно, вид будет очень красиво, очень-очень аппетитно будет. Вот, когда ваша ребенка школа достает мини-пицца, покушает, люди будут спросить, откуда ты купил. Во, такая разница будет. Давайте, друзья, я вам показываю, что нам нужно. До этого подписывайтесь на канал, поставьте лайк, друзья. Это очень важно. Вы не подписываетесь на канал. Я все вижу в системе, люди смотрят, не подписывают. Это не, нельзя, а? О. Давайте. Друзья, для пиццы мука нужна. Мука сколько? У меня такой стандартный стакан. Такой стакан, 3 стакан мука есть у меня туда, друзья. 3 стакан. Стакан 200 мл. Для теста что нужно? У меня дрожжи, сухая дрожжи есть, друзья. Если у вас живая, вопрос не надо. Живая тоже можно кладывать. Сахар 1 столовую ложку. 1 яйца. Молока 1 полный стакан, 200 мл. Пол стакан воды. 1 десертная ложка соль нужна. И здесь, друзья, мука, каждая мука разная. У моя мука, вода половинка будет забирать. Я регулирую, когда тесто делю, вы аккуратно смотрите. На эту жидкость, для моей там мука много. Аккуратно посмотрите. Для начинки. Начинки свободно, друзья, пицца. И с чем вы хотите. Просто у меня холодильник есть, помидор, лук, перец, что. Вот такой овощи. Надо поговорить эти перец, черри, люди узнать. Базилик меня, вы знаете, друзья, кто-то смотрит мой канал Папа Юсуфа. Мои, вы знаете, балкон есть, свой огород. Вот туда растет базилик. Если у вас нету такой, сухая можно. Если это нету, вообще не надо кладывать. Сыр, друзья, ла пицца. У меня 270 грамм на это было. 300 грамм сыр есть у меня, грубо говоря. Колбаса. Тюркская колбаса, вы знаете, это невкусно. Просто это из хиндук колбаса. Малыш наш Иса любит вот такой. Ла сос, друзья. Томатная паста. Просто пользовать будем. Если вам профессиональный сос нужно, который... Каждые два канала есть, которые я варил профессиональный сос ла пицца, друзья. Это аккуратно. Если ла ваш бизнес... На этот сос не подойдет. Подойдет, который наш Turkish People тоже пицца есть. Рецепт канал Папа Юсуф тоже есть. Каждые два канала я варил отличный сос и вам показывал. Я в описании к видео добавлю ссылки на те видео. Обязательно. Да, обязательно. Так что посмотрите и профессиональный вид пиццы, какая большая, тоненькая получилась. Было супер. А сейчас я попросила мини-пиццу как в школьной столовой. Даже рецепт она меня разговаривать не дает, друзья, видите? Просто, друзья, что нам нужно, я вам конкретно показал, масло еще не говорил. Оливковое масло нам нужно. Тесто идет миллилитр 10 миллилитров. Это получается 2 столовые ложку. Еще пицца сверху будем помазать. Просто так капельку нужно. Да, вот все. Как я говорю, начинки свободно, друзья. Если вместо колбаса... Что вы хотите? Если без мяса можно, еще кукуруз можно, еще так, оливки можно. Что вам понравится, что вам желание? Давайте тесто начинаем. Друзья, муку сверху, соль. Вот так немножко перемешаем. Еще раз объясню, почему я подсыплю муку сверху, соль. Друзья, если соль и дрожжи перемешать друг на друга, ваше тесто очень поздно будет вырасти.
Поэтому соль отдельно где? Сверху муку. Сейчас басян делим наши. На это любимый басянчик. Сейчас купаться будем. Пол молока, пол стакан молока, пол стакан воды. 1/4 стакана воды. Да, который у меня половинка был, еще половинка добавил. Сахар. Дрожжи. Сейчас потихоньку перемешаем, друзья, немножко. На это называется открываем дрожжи. Который кухня язык, мы так говорим. Так перемешаем немножко, немножко муку надо кидать внутри. Вот дрожжи надо активировать сразу. Видите, во. Сейчас начинает активировать. Сразу пена, если начинает, и значит ваши дрожжи, хорошие дрожжи. Сахар очень помогает вырастить тесто. Вот так, вот так. Лучше вот так 30 секунд ждите. Видите, как пена, как идет. И уже я вижу, что пена, наши дрожжи хорошие. Так это выглядит. Сейчас яйца. Друзья, это обязательно слушайте. Если вам в рабочем месте большой печка есть, большой, который профессиональная печка, яйца не добавите на тесто. Если домашний, духовку вы приготовите, обязательно один яйца добавите, потому что домашний температур, но профессиональное место температур не одно и то же. Профессиональное место 300-350 градус, домашний максимум 200 градус, 220. И самая хорошая духовка. На это аккуратно. 220 градус, если яйца добавляешь, вид будет теста очень-очень красиво. Если добавляешь белое тесто будет, это вид не очень такой будет. Во, это аккуратно. Это вопрос был, поэтому специально объясняю вам, почему яйца добавить, почему яйца нельзя добавить. Профессиональное место, которое яйца нельзя добавить на тесто, потому что быстро будет гореть, ваше тесто будет мусор. Вот так. Сейчас открываю яйца. Еще чуть-чуть молока. Вот сейчас потихоньку можно работать. Друзья, сейчас масло добавляем. 2 столовые ложку, вот так, сверху. Остальное воды. Так, немножко. Сейчас руками можно начинать. Видите, пока не держу вот так. Со друг друга надо познакомиться хорошие. Сразу тесто не делю, друзья. Для пиццы теста немножко аккуратно надо делать. Как халва осталось, видишь? Молока тоже добавляем, остатки капельку. Воды тоже. Все, сейчас можно делать тесто. Друзья, тесто готово, которое как мочка уха. Во. Такой мягкий, не крепче.
Отлично, красиво. Тесто сейчас отправляем отдыхать. Сверху копилку масла. Оливковое масло, копилку. Вот сухая не будет сверху. Сверху закрываем. Топлое место оставляем, друзья. Минимум 40 минут, максимум 2 часа. Вот так держим тесто. Потом будем начинать работать. Друзья, быстро овощи порезаем. Перец. Это сладкий тюркский перец, друзья. Вот такой тонкий порежем. Вот тарелки одной части забираем, друзья. Просто вот приготовлю. Так, по красота. Помидоры тоже можно порезать. Вот либо вот такой, либо 4 части. Это мини-пицца будет. Лучше 4 части. Овощи готовы. Сейчас соус будем приготовить, друзья. Соус как? Друзья, соус как готовим. Томатная паста забираем. Сверху оливковое масло. 15-20 мл достаточно. Топлива вода. Пока полстакан. По чуть-чуть даю. Воды полностью добавил, друзья, один стакан воды. Вот так перемешаем. Если любите, немножко соль добавите, либо сахар, друзья. Мини-пицца я соль-сахар не добавляю, потому что сверху уже овощи вкусно. Еще колбаса будет. Тестами добавили еще соль. Ну, если что, посолить всегда можно. Да, конечно. Не, сахар идет внутри, я не добавляю. Я вам показываю, как получится соус, друзья. Вот такой. Тесто, видите, друзья, один час мы ждали. Чуть-чуть побольше, 5-10 минут. Вот такой красота. Рабочий стол, немножко муку цепим. Тесто вот так собираем просто. Внутри воздух полностью надо забирать. Вот так круг делим. Который сверху мы помазали масло, друзья, это внутри осталось. Нам сейчас 8 штук пицца будет. Друзья, видите, рабочий стол, соус уже готово, поднос тоже готово. Я всегда подключаю 50 градусов до начинать, 50 градусов. Верхний и вентиляция. Пусть потихоньку она работает в духовку, уже приготовится себя. Когда температуру побольше подключите, это через минуту будет отлично. Сейчас будем порезать, друзья. Красиво? Аккуратненько. Чем круглее, тем ровнее будет пицца. Угу. 8 штук наш тесто готово. Сейчас сюда убираем эти. Друзья, если хотите руками открыть, подождите 7-8 минут.
7-8 минут. Подождите, можно так руками открыть. А сейчас тесто крепче. Сейчас скалками от серединка откроем потихоньку. Я, конечно, люблю руками открыть, но всех не сможет, поэтому скалками показать народ самое-самое важное. Готово, друзья. Вот так должна быть 15 сантиметров. 15 на 15. Сразу под нос. 4 штук пока готово, друзья. Сразу я вам один секрет показываю. Вилочку забираем, друзья. Несколько штук вот так, просто так, только делим. Не надо вырастить, когда жарится. Сейчас соус, друзья. Края я не помазываю, друзья, потому что сверху сыр есть. По-любому сыр уйдет туда. На этот момент забираем 200 градусов. Тонкий пицца приготовит, друзья, есть такая ситуация. Я так рецепты тоже вижу в интернете. Короче, если вы откроешь вот такое тесто, если будешь подождать 10-15 минут, сверху потом начинаешь работать, ваш будет тесто выше, толстое будет, вот так будет. Если прям начинает сверху остатки, которые с начинку, ваш тесто остается вот так тонким, хрустящим будет. Если вы мягкий любите, конечно, подождите. Как открыть, подождите. Если хрустачким, как я, делите. Ну, у тебя просто мини-пицца. А если подождать, будет булочки, как пицца в столовке. Мини-пицца, размер обычный 15 сантиметров получается. Я так вижу, 10 делят, 12 делят, нет, 10, 8 делят. Это очень-очень маленький. Я не советую такой. Так дети голодные будут тогда. Все, сейчас добавляю. Красный перец сладкий, поэтому побольше держу. На зеленый не такой. На это поменьше. Несколько штук вставляю. Просто вкусно запах будет. Базилик – это итальянский вкус. Кто говорит итальянский? Все привыкли, базилик – это итальянские травы. Основа состав. Колбаса порежу. Вороны, индюк это, да? Индейка. Вороны, индейка. Сыр, конечно. Наш яйца будет обрадовать. Да, он здесь все любит. Не, он тебе перец повыковыривает красный. Да? Да. А Аня такой не любит. Только Андрюша будет радоваться, он все любит.
И сам мне говорит, мои колбаса побольше поставь, положи. Да, перца поменьше. Все красиво, отлично. Аня просила только с сыром, без томатной пасты, без ничего. Сверху тоже можно немножко зелень такой. Просто вкусно запах будет. Помидор, конечно, несколько штук вставляем сверху. Есть хочешь сразу? Красиво выглядит, аппетитно. Вот еще один добавляю сюда. Пока-пока говорите, отправляем. Красиво, мадам. Давай-давай, не рассуждай. Духовка горячая. Очень. Ближе к низ. Сос открываю. Друзья, максимум 8-9 минут готово будет. Быстро-быстро других приготовим. Они не любят с томатом, пожалуйста. Соусом? Да. Она не любит красный соус. Заказала просто с сыром. Просто сыр? Да. Это реально? Хорошо. А Владимир сказал, что ему вот этот перец не надо. А то он устанет его выковыривать. Продукты экономить делю, если их не хочет. Да, так что для них персонально. Уже пришли, они проведали то, что здесь готовится. И высказались, как им надо, чтобы сделано было. Аня, оп, копилку. Так, а ту без перца. Какой? Вот этот, без перца будем. Это? Делать. Да. Это чья? Владимирочка. Владимир Исанович не любит перец. Но помидоры ест. Хорошо. Андрей спросил, он сказал, давай побыстрее. Умный человек. Разве очень вкусно пахнет? Очень. Очень. Все, сыр тоже закончился. Вот какая экономия продуктов вышла. Сверху помидор. Ну, это я ем. Перец чуть-чуть побольше. То есть там у нас классический вариант, а здесь... наши хотелки. Тебе тоже перец побольше выставляем, а там? Сыр много, я не люблю. Все отлично. Посмотрим, какая дела. Готово. На-на-на-нам. Сразу второй партии отправляю. А это перец тоже будем есть. Вот так оставляю. Переверяем внизу. Хорошо. О, супер. Тоненькие. На тонком тесте получилось. Видишь? Красиво. Аппетитно, вкусно пахнет. Где сухая часть, друзья, просто оливковое масло помазываем. Вот вокруг края. Ну, кто-то мажет сливочным маслом. Ну, оливковое здоровее. Вот сверху немножко, вот такую капельку. Оп, все, готово. Какая глаза у тебя, а? Они горячие. Очень ждать. Горячие даже. Это Аня, это Владимир Иса, это Иисуф, это Елена. А мне перец. А тебе в тех предыдущих четырех.
общем, вы поняли, все уже стоят и ждут. Видишь, шкурку бросил уже. Я очень голодный. Как аппетитно, вкусно пахнет. Еще один пришел. Проверит. Все готово. Вкуснятина, не правда ли? Вкусненько. Сколько голодный народ, а? Ну что, пипи. Нам можно и маслом ничего не надо. Надо. Можно и не делать. Мягенько-мягенько. В общем, вы понимаете, что в школу уже ничего не останется. Съедят вечером. Так что все равно идти за булочками в магазин. Ребята, это мое, не трогайте. Вот где больше всего перца? В прошлый раз готовил, только против камеры попробовал. Еще раз не видел. Ну и вот твой перец. Дайте мне мое. А твои на столе стоят. Готов? И будем есть? Да. Кто быстро? Я. Кто первый будет? Я! Как ты? Я буду. Я. У меня ротик больше, чем твой. Ага, я буду вот эту часть. Па-па-па-па. Все. Серьезно? Да. Давай, порежем тебя. Оп. Смотрите, тут настыкаешься. Да, 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 подожди. Папа, подожди. Оп, все, красиво, да. Четыре часа делю. Пожалуйста, молодой человек. Опа, не только. Аккуратно, немножко горячий. Я какой горячий. Смотри, мои еще лучше, чем твой. Как? Ну так. Солись? Да. Понравилось? Ну там чуть-чуть кисло. Кисло? Помидорами. Сейчас. Друзья, просто шикарное. Очень вкусно. Тесто близко снимай, Елена, покажу. Видите, такой мягкий. Смотрите, Сати, как. Края, которые хрустящие. Внутри мягкие очень, друзья. Низу соус жареный. Покрайте уже. Оп. Народ пишет, Юсуф, низу не показываешь, только сверху. О. Вот это. Оп. Друзья, приготовить дома самый лучший вариант. Самый-самый хороший. Дешевле. Да, такой... Полностью профессиональным не получается, но вкусно получается. Реально, что есть внутри, вы знаете. Почему профессионально не получается? Потому что профессиональная духовка нету дома. Настоящий камень, настоящий огонь невозможно. Кто-то живет в деревне, конечно, у них варианты есть. У нас города живем, у нас варианта нету. Но дома приготовить самое-самое лучшее пицца, вот это. Что сказать, друзья, очень-очень вкусно получилось, обязательно попробуйте, обязательно. Если даже не умеете приготовить, попробуйте так. Просто тесто, самое важное здесь тесто, сверху что укладываете, на это что вы хотите. Что вы хотите, тесто здесь самое важное, тесто самое вкусное. Подожди меня, я первый буду. Нет. Уже половинка закончилась? Подожди. Всем спасибо большое, друзья. Люблю вас. Подписывайтесь на наш канал. Мой канал Папа Юсуф. Не забывайте. Там тоже очень много рецептов есть. Интересные видео очень много. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и подпишитесь на колокольчик. Пометлина кушай. Соревнования с тобой. Я буду первый. Всем пока, друзья. Пока, говори, народ. Пока. Голодный человек. Всем пока, друзья. Увидимся. А это моя. Нет.